Panasonic NNSD361 – инверторная микроволновая печь с функцией турборазморозки и увеличенным объемом камеры. Модель выполнена в серебристом цвете с черной лицевой стороной. Дверца открывается с помощью клавиши. При достаточно небольших габаритах объем камеры составляет 23 литра. Изнутри она покрыта жаростойкой эмалью. Модель получила 6 уровней микроволновой мощности, максимальный показатель которой составляет 950 Вт. Предустановлено 16 автоматических программ. Используя их, можно приготовить блюда, разогреть и размягчить продукты с указанием веса или порций. Функция турборазморозки автоматически подбирает время работы и мощность, исходя из веса продукта. За счет инверторной технологии этот процесс происходит значительно быстрее. С помощью полуторачасового таймера можно установить время устойки после приготовления или отложить начало работы. Функция сохранения тепла позволяет поддерживать еду горячей до 30 минут. Широкие функциональные возможности и качественные материалы сборки являются конкурентными преимуществами модели.